О, отошло. Пришло время залить патрончик. Заливать буду литьевой эпоксидной смолой Crystal Epoxy Artline. Ссылочка будет в описании, кому захочется повторить. Прошло около 12 часов, можно заливать следующий слой. Повторяем процедуру, то же самое. Немножко разогреваем до 23-25 градусов, дегазируем и аккуратненько по стеночке заливаем. Пришло время доставать токарный патрон. Прошло уже, по-моему, дней 10. Но больше недели уже точно набирает прочность. Хватит, пора на волю.
Приступаем к сборочке. Итак, друзья, все готово, и уже очень не терпится испытать, что же получилось. Вставляем сверло. Подключаем питание. И запускаем. Ха-ха-ха, есть! Супер! В светильник интегрирован микроконтроллер Arduino, так что сюда можно закачивать огромное количество эффектов, менять их при желании. Я все предусмотрел. Вот сюда подсоединяется USB кабель. Это позволяет менять режимы, то есть сюда можно закачать любой цветовой режим. Можно настроить плавную смену яркости, допустим, на белом свете. Я думаю, многие разбираются в Arduino. И это не составит абсолютно никакого труда. Тем более, что все есть в интернете, все можно скачать и очень просто загрузить сюда. Кнопочка тоже с подсветкой. Супер! А сейчас я хочу впаять сюда маленькую литий-полимерную батареечку на 4 вольта. Я уже протестировал, все работает от нее и работает аж целых 50 минут. Итак, долгожданный момент. Смотрим, что получилось. Запускаем. Так, все заработало. Класс. И запускаем вращение. Оп. Ну это просто мажестик. Вот такой необычный светильник получился. Я думаю, шуточно можно его назвать светильник-сверлильник. Тем более, недавно я приобрел токарный станочек и захотелось что-то сделать на эту тематику. Кто захочет повторить нечто подобное, на все комплектующие, которые я использовал, я оставлю ссылочку в описании. Кому видео понравилось, поддержите лайком. Всем пока, друзья! До новых встреч!